Привет, друзья! Привет! Мы для Сони и Коли сделали на одном китайском классном сайте «Дресс Лили» покупки к школе. Одежду мы там купили, заказали. Дети так ждали эти вещи. Так-так-так-так. Вот моя! Слушайте, там такие принты классные должны быть. Это майка, да? Так, нет. Это Колина майка. Это худи. Нет, это худи, да? Но это не толстовка, это просто худи такая, да? Да, это худи просто. Худик. Ну, столько большой. Меня. Чего ты такой большой купил? А мы Колю заказывали S или M. Колю, ты какой, я думаешь, меньше тебя особо? Давай на папу попробуем. Ну, я думаю, что Коля тоже будет как раз. Слушай, ну ты крутой мэн, а! Я же говорил, мне купили. Ну, бля, классная. Коля так смотрит. Коль, давай ты теперь померишь. Я уверена, что на Коле будет тоже хорошо сидеть. Мне кажется, нормально. Я думаю, что уже можно носить ему. Она ему чуть-чуть великовата. Слушай, классная морда. Принт, конечно, здесь крутой на этих. Спину покажи, Коль. Нет, да. Нету. Спину покажи, Коль. Спину. На спине такая же морда, да? Зверюга, да? Здесь такие не найдешь в магазинах, такой принт на худи. Ну, может быть, в нашем городе не найдешь. Где-нибудь в больших городах наверняка что-то есть. Или какие-то специализированные для худи магазины, да. Повернись еще. Я обожаю вот это. Может, мне отдашь? У меня очень много дырок. Коля, отдашь папе? Что, тебе такой захотел, да? Не отдал, я шучу. Так, что там следующее идет? Сонина или Колина? Слушай, тут такой принт на них вообще. Это моя. Это что? Опять Колина, да? Вот это космическое, ребята. Это на меня. Да какой на тебя, на Колю? Ну это маловато. Не, папучка, это ты в облипочку совсем. Смешно. Но зато красивая эта картина. Живот, если не выпячивает, нормально. Нет, на Колю, это поменьше, на Колю. Я думаю, что Коля, вот это тебе подойдет. Коля, я буду за тобой донашивать. Дай мне. Класс. Вот это, когда мы с Колей выбирали на сайте у них, когда я увидела, я сразу сказала, Коля, это твое. Мам, такой цвет классный. Она резиновая. Да, и тут внутри. И она дышит вся, она такая классная. И вроде и резиновая, и вот эти, вроде смотри, кишечки. Дышит. Это как раз вот на сентябрь, на октябрь пойдет. Я думаю, что это на этом сайте появится как раз сентябрь-октябрь. Ой, сейчас август-сентябрь появится теплый. Ну, вот это сейчас самый раз к школе. Да. Коль, повернись. Сзади то же самое? Практически то же. Бля, ну слушай, классные худи, мне очень нравится. Накинь, Коль. Капюшон. Капюшон накинь с той спиной. Ну классно. Да. Красиво. Я вот Коля один единственный здесь такой будет. Какие-нибудь все мальчишки будут в шоке. Переходим. Это Сонина, наверное. Я вижу, тут же котята пошли, это все Сонина. Я помню себе... Ну, это явно не на меня. Это явно, да, на меня. Размерчик, давай. Класс, красота. Ой, какая ты красивая, Сонь. Класс, Сонь, класс. Ну-ка, сзади, как она? Мы. То же самое, да? Они одного качества, что и у Коли, что и у Сони. Женская с резиночкой внизу, да? Да, женская с резинкой. И на руках тоже. И вот тут, смотри, вот такая, только много места, чтобы было теплее. А текстура такая хорошая, мягкая. Да, ткань такая интересная. И внутри мягко тоже. Так, это Сонина. Явно. Или Коля хочет. С котенком? Да. Коль, ты заказывал? Один. Ты с котенком заказывал? Да, конечно. Это штаны. А что это у меня такие грязные? Мам, я одну майку себе заказывала с котенком. А, ничего. Подстирать, я думаю, что это легко отстирать. Да, мама, я себе одну майку с котенком заказывала. Кладовая. Сейчас посмотрим. Иди, Сонечка. Сонечка, меряй. Какая прелесть. Сонь, подними майку. Так, с котами на коленках надо будет поправить, чтобы на коленках коты были. Да, чуть-чуть котов верни на коленки. Морды. Классно растягивает. Но если не учитывать, что немножко грязные штаны, я не знаю, они, видимо, из пакета, что ли, как-то, да? Пакет, что вот видишь, дырки бывают. И оно где-то упало на пол и тернулось чуть-чуть. Но сзади обычная половина это, белая, половина черная. Таких точно ни у кого здесь нету. Да. Соль, ты будешь такие в школу носить? Вот это... Так, это шапка Колина. Коля себе заказал крутую шапку. Здесь таких не найдешь модных. Смотри, смотри, как она внутри теплая. Ничего себе. Коля, это опять на меня размер. Да папульчик! Ну, бля, не дает снять. Папуль, как это делается? Ты как этот, блин, шеф-повар. Нет, он смерф. Не, это модная шапка крутая. Это вообще. Смерф. Это вот так, чтобы... Коль, бери.
Не, она носится назад, сваливается вот так, назад туда. Не знаю. Классная. Не, она носится ниже. Коль, на уши. Надо... Да. На уши. На брови, во, вот так. Вот так она носится. Спайдермен, только совсем не спайдермен. Супер шапка, ребят, реально крутая. У нас здесь в Америке таких нету. Это для тех, у кого очень много волос. Хочу на себя посмотреть. Коля пошел смотреть на себя в зеркало. Коля, он так настаивал вот на этой шапке. Я говорю, зачем она тебе такая нужна, висячая? Он настоял. Коля сразу... Ты хотел такую? Висючку. Класс. Кстати, на Лизу там ничего не было. Это молодежь, взрослый сайт такой. Дальше. Это пошли, наверное, Сонины коты всякие. Соня сплошных котят заказывала. Бля, с ушами. Я выбрала. Соня там сейчас в корзину накладывала одни уши. Мама, она еще себе такое... Классная худенькая. Что-то там еще в рукавах эти самые отпечатки. Смотрите, рукава. Лапки. А, класс вообще, Соня с ушами будет с лапками. Подожди, что я правильно одеваю? Правильно, правильно, правильно. Соня такая кошка. Да. Это твой наряд на 1 сентября. И как нибудь оденусь. Твой лук. Так. Ну, кофта как раз или великовато чуть-чуть, или нормально. Так. Уши падают, надо тейпом подклеить. Дай-ка я уши посмотрю, что с ними. Ничего. Это уже на Хэллоуин похоже. Красные уши. Привет. Привет. Поворачивайся, ушастик. Кисло. Классно. Сонька кошка. Ты в школу это будешь носить? Окей. Соня кошка будет в школе. Дальше смотрим. Опять коты. Видишь, опять чуть-чуть надорвано. Возможно, уголочек будет испачкан. Так, а это чье произведение искусства? Тоже черное что-то? Я кошка написано. Это Сонина. Вот это будет лучше смотреть с этими штанами. Я думаю, что это будет идеальный размер для Сони. И идеально будет с этими штанами. Она внутри мягкая. Мягкая, да? Ня. Понюхай, попробуй. А, да, она мягенькая. Я на секунду сказала, но понюхай. На секунду. Так. Она хорошо пахнет. А карман? Один большой. Тоже с ушами. Он сплошной? Руки соединить можешь в карман? А, смотри, какая. Да, он один большой. Смотри. Такой называется костюм кошки. I'm cat. Классная. А уши какие? Твердые? А, не, они ничем не наполнены, не твердые, просто тканевые. Так, смотри, что? А, не просто ушки, ничем не наполнены, ушки? Не твердые, да. Ушки здесь? Да. Смотрите. Соня убежала. Она даже не знала, что она там ушки. Ты в этой одежде будешь ходить в школу? Да. Потому что мы в школе это заказывали. Да. Может быть, ушки срежу. Ну, Соня взрослее. Не, ну кофта точно нормальная, пойдет в школу. Если с ушами и без ушей нормально будет. Да. Повернись. Она тепленькая очень. Это теплая, это теплее чем-то. Что у нас следующее? Слушай, так вещей много мне сказали. Там Соня надо. У вас откуда денег, Соня? Я не знаю. Я мою карточку использовала. Коль, куртку зимнюю заказали, я не знаю, рискнула. Я не хотела, это мама сказала. Ну, хочется посмотреть, что там за куртки. Просто, может быть, будем знать, что там хорошее. Хотел узнать, хорошие там или нет куртки. Выглядит неплохо. Лучше сразу будет отстегнуть, потому что мы такое не носим. А куртка так неплохо смотрится. Папа, мерь. Мне померить? Да. Это Колина куртка, ребят. Она выглядит как папа. Классная. Размер. Она не зимняя. Получается, она не зимняя, она больше осенняя. Хотя зимняя. Нет, теплая. Она теплая. Теплая, да. Смотри, какая она внутри классная. Какой-то дизайн. Так, хорошо. Не скажешь, что она это какая-то там. Смотрите, какой воротник фельдеперсовый. Это что? Что такое фельдепер? Это наполнитель, да? Да, похоже, что настоящие эти. Да. А, это как вот в этих, в американских. Пух, смесь с этим, с синтепомом. Смотри, все на китайском написано. Она похожа на перьевую. Куртка выглядит, ребят, неплохо. Я рискнула заказать, и мне кажется, что мы не пожалеем. О, да, вот, смотри, пух торчит. Угу. Местами. Ты зачем меряешь? Ну, может, мне подойдет хоть одна вещичка. Нет, видишь? Не подходит. Это Колин размер. Иди-ка. Смотрите, здесь какая застежка. То есть можно вот так застегнуть будет, если будет холодно, чтобы не задувало. Короче, здесь помимо замка еще пуговицы. И здесь на кнопках... Такая штука. Вот так можно. А воротник отстегивается, то есть это капюшон. Да. Да, капюшон отстегивается. Куртка теплая.
совсем можешь закрыть. Можешь совсем закрыть. Можно еще такую штуку на лицо одеть. И... Маску. Слушай, классная, мне нравится куртка. Повернись. Хороший пуховик. Он такой плотный, теплый. Слушай, не зря заказали мы там. Качество куртки, посмотрите, все швы, все хорошее. Я удивлена, честное слово. Это что такое? Я не знаю. Это раньше у бабушек были такие эти. Как она называлась? Мех такой, я забыл. Как каракуль. 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 Искусственный каракуль. Я пока довольна качеством вещей. Ну, не зря мы их заказали. Что там еще осталось? Там, по-моему, Сонина какая-то и Колина должны быть еще две вещи. Нет. Это какая-то должна быть теплая такая толстовка, куртка осенняя. Тепленькая. Соня, тоже кошачья? Это зип... Не, это теплая просто. А, это зип... Просто... Смотри, класс! Какая хорошая, так и хотела. Так, ну вот это вот уже такая, более тепленькая, осенняя. Тепленькая, да. Ага. Эту ниточку надо убрать. Я думала, что у нее только капюшон будет такой белый. Бери, Семечка, иди сюда. А она вся заныривает. Тепленькая. Я думаю, что она уютная очень. Класс. Как раз, слушай, размер прям точно угадали со всеми, да? Угу. Кроме первой, для Коли. Так, карманы. Вот так, а здесь еще что ли? И здесь еще карманы, да, или нет? Можешь отстегнуть или нет? Это нет, не карман. Нет, это просто декоративное так. Это декоративное. Карманы только вовнутрь, карманы там снаружи. Подними шею. Сонь, теплая? Да. Вот до этого ты носила худи такие, тоже здесь покупали в Америке, которые... Она теплая очень. Так, классно, то, что Соня хотела. Просто серая, внутри теплая, осенняя такая кофточка для школы. Смотрите, какая. Мягенькая, теплая, все. Может быть, даже не осенняя, здесь тепло. Может быть, даже весенняя. Может быть, даже весенняя. Повернись. Может быть, теплая зима будет. А резинка какая здесь? А, резинка вставлена вовнутрь. Ну-ка, щелкай. Не манжетная такая вот, а? О, такая. Нормально. И здесь тоже? А, нет, здесь манжеты. Здесь вот такое вот плечо красивое. Теперь вперед. Вообще супер. Вообще не жалею, что на этом сайте заказала вещи. Внутри вся, смотрите, какая. Какой размер? Выглядит. Второй мы заказали. Size M. M? Погоди, так это второй что должен быть. Я не знаю, второй или нет, там написано M. Ага, size M. Размер M. Так, мы решили Лизе заодно примерить. Ага. А вот Никита в шапке, какой милашка. Как вам? Никита, мне ты нравится, очень миленький в этой шапке. Тепло? Шлапка слишком большая. Слушай, смотри, какая она большая. Смотри, да, она большая. Мы просто хотели померить, пойдут ли Лизе вещи с того сайта. В принципе, если это М-ка и заказать S, то Лизе теоретически на следующий год уже может там тоже заказывать. Ну и последняя вещь Коле. Коле. Ну-ка. Она синтетика? Да, синтетика. Синтетика. Классная майка, да? Да. Она, правда, на картинке была более 3D. Вот эти должны быть такие, более четкие. Но все равно тоже неплохо смотрится. Как она, комфортная? Да. Приятное дело? Да. Не это, не жарко в ней? Такое. А ну-ка, повернись. Все равно прикольная. На картинке, конечно, было намного красивее. Угу. Но все равно тоже прикольно выглядит. 3D. Угу. 3D поверхность. 3D. Будешь школу носить? Да. Будешь самый модный? Будешь самый 3D. Если так сверху, вот так посмотреть, ну тоже 3D. Угу. Дети, вам понравилась одежда? Угу. Вы получили то, что ожидали, когда мы заказывали? Или не то? То, что я ожидала. То. Круто. Дорогие зрители, если вам понравились вот эти вещи, которые мы заказали, мы оставим под этим видео ссылочки на все эти вещи, оставим ссылку на сайт, где мы все это заказывали, поэтому у вас будет возможность тоже заказать. Если вам понравились вещи, которые мы заказали на сайте Dress Lily, то поставьте лайки. Если вам понравилось наше видео, то поставьте лайки опять. Еще по одному, но да? Мы еще будем покупать одежды. Мне ботинки, еще мне одежда. Да, еще будет. Слишком много будет, да? Да. На этом все. Дорогие зрители, спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания!